Алматинец убил жену, а затем покончил с собой. В ходе семейной ссоры 48-летний мужчина застрелил супругу из ружья и совершил суицид. И это предварительная версия следствия. Инцидент произошел в микрорайоне Курамас. Ночью полиция оцепила улицу, на которой проживали супруги. Со слов очевидцев, первые наряды прибыли ближе к 9 часам. В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего. По данному факту начато расследование по статье «Убийство». Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 99 УК РК. Назначены экспертизы.